Да воскреснет Бог и расточатся образы Его. Пасха священная нам не споказалася, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель. Светлая седмица – это первая неделя после Пасхи. Но это самая важная неделя. Столько дней держали пост, можно так сказать, мучились, потому что кушать-то хотелось, кушать почти нечего. Вот. И Пасху отметили, и все получается. Ну, это как-то не очень. Нужно молиться, делиться пасхальным настроением с другими, ходить по гостям. Даже если ваши друзья не верующие, все равно делиться с ними своим пасхальным настроением хорошим. В гости ходить можно, чтобы поделиться радостью Пасхи, то, что воскрес Христос, обмениваться подарками, крашенными яйцами, куличами. Нужно ходить в гости к друзьям, дарить им пасхальные подарки, ходить в храм, причащаться, молиться дома, молиться в храме. Радоваться и не совершать грехи. В этой неделе разрешено есть мясо, но с этим тоже нельзя переусердствовать. Можно кушать много чего, но не объедаться. Можно конфеты, рыбу кушать, салатики, но нужно в норме. Вот эту неделю каждый день можно причащаться, и даже желательно, по вообще законам церкви, обязательно раньше было в этот день причащаться. Перед причастием пищевой пост не нужен на Светлой Седмице. Можно просто, когда есть время, прийти, ведь очень красиво идут литургии, и можно послушать вообще, что происходило в эту неделю с Христом. Пасха, радостью друг друга обымем, о Пасха, избавление скорби, Его из гроба несь, яко чертога воссия Христос.